технология ремонтная. Это теплообменник ведет. То есть выхлопная труба внутренняя, а снаружи идет теплый воздух, забор на отопление, противообледнительной системы. Вот, салон. Это нержавейка. То есть, судя по всей документации. Нет, я понимаю, нержавейка же нержавеет. Тоже нержавеет. Ну да. Она скорее прогорает и вот трещит по сварным швам. У нас вот, когда я привозил в мои, лопнуло вот с той стороны. Тоже по сварному шву. Но там не надо было прорезать вот этих окон. Более простая. Просто трещина пошла. А там еще просто нету теплообменника. Она треснула, ну, да. В том месте, где... До. Да. Только из двигателя выходит. Ага. Все промаркированы. Ну мы 1, 2, 3, 4, то же самое. Нет, ну, чтобы болеть, нужно зачищать. Понятно, понятно. Ну тут не знали, как зачищать, как подготавливать. Что, по денежке? По хрену знать пока. Ну хотя бы порядок, сколько готовить. Потом. Хорошо. И когда хотя бы примерно там дергать, на следующей неделе или там. Или завтра, да, или. Да. Там до 5 минут две железки сварить. Ну у нас такой прям горячки нет. Давай 5 минут. Хорошо.